Здрасти, зрители, котички, на моем канале, на канале Джека Фроста. Это просто Джека Фроста. Здравствуйте. Сегодняшний выпуск. Мы попробуем хотя бы. Тут интересно построить бассейн. Тут есть лампа-то? Окейушки, каменная. Сегодня... Так, ты спрашивал, до свидания. До скорого, до скорого. Так. А чё так? А, ладно. Пинок старенький, это выкинуть нахрен. Это мне нужен, так. Блин, тут железная дорога, ну я не знаю. Тут можно, короче говоря, вот так вот. Тин, тин, тин. Тин, тин. Так, главное, чтобы тут... Ты что мы сейчас делаем? Все, жестикулы, когда, блин, пытаешься. Я говорю, тут там дикие танцы. Я говорю, тут все танцуют просто. Как эту глубину тут сделать? Я тут моментально просто открываюсь. Так, я чуть здесь горит. Здесь горит факел дружбы. Отвечает нам, что здесь типа творится. Так, не, ну... Вообще это нормально. Приступишь, здесь можно также оставить. Блин, единственное, надо будет эту землю. Земля и бетонная плитка. Надо бы это исполнить уж для вскапывания. Так, так. Так.
Это делать, чтобы... что делать, и вот так вот попались. Так, теперь... вот такой вот у нас бассейн, теперь нам надо видно. Ну, да? Не знаю, что дикое может произойти, потому что не знаю, тут ну, перед тихо. Тут это момент. Короче, что-то пошло не так. Да я не могу, блин.
Короче говоря, вот так вот. Сейчас попробуем заруинить горку. Сейчас дайте погуляй. Так. Так, все, заткнулись. Дорога, ну пух. Так, гладкий диаметр. Ну это паника легкая, так. Яку победу наконец-то. Ну, как бы вот так, друзья мои. Как бы вот так вот построили мой бассейн. Вообще круто, конечно, заруинил немножко, но блин. И справился теперь вместо лучше всего. Ладно. Спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите лайк, хочешь, всем пока-пока, с вами был Жихрост.